Всех приветствую на прохождении второй части. Так, в прошлой серии мы остановились на том, что нам нужно было убить, во-первых, этих комаров на поле. Мы сейчас выполним с вами задание. Я перед записью это сделал. Здравствуй, странник. Да, давай, по поводу насекомых. По поводу насекомых. Да. Дело сделано. Очистил я ваши поля от вредителей. Диву даюсь. Вот, спасибо тебе, мил человек. Ну, силушки тебе точно не занимать. Услужил ты, конечно, изрядно. За это вот тебе ключик от моего хозяйского сундука. Заходи, бери, что душа пожелает с него. Но, как я и говорил, этого недостаточно. Если хочешь основательно помочь, то отправляйся в Яр. Разыщи там знахаря Тихомира. Он поможет сварганить яд для улья. Ну и это, выяснить тебе нужно будет, где, собственно, находится этот самый улей. Отлично, нам дали ключик. Давайте заберем. Посмотрим, что оно тут находится. Ага, вурдалак. Карта для игры. Кощенные. Этому помоги. Наделяет оружие ближнего боя, сила игна увеличивает урон. Так, интересно, и как мне это все использовать? Что для этого нужно? Свитки. Чертежи. Так, и куда мне эти чертежи нужны? А где он делся? Я что, выкинул его? Дел сегодня не в проворот. Так, где свиток? Не понял. Давай посмотрим, что это такое. Ремесленная книга. Чучело ящерицы. Вордолок. Или все? Сколько волка не корми. Погоди. А, это у нас 3 минуты. Я походу активировал, да, ее? Да. Ладно. Зря я походу сделал. Ну, давайте мы с вами сохранимся. Как обычно придется это делать. Сохранить, да. Далее. Пойдете сейчас с вами насобираем, получается, металла. Надо будет нафармить и принести кузнецу. Для того, чтобы сделать себе нормальные доспехи. Так, не знаю как вам, но у меня игрушка реально зашла. И хочется ее пройти, если не полностью, то хотя бы до половинки. Так что побежали. Сейчас у нас будет там еще 2 камушка внизу. Блин, знал бы, не использовал этот свиток, а использовал на каких-то монстрах. Ну все, тихо. Так. Угу. Ну хоть разработчики додумали, что не нужно постоянно тыркать мышкой. Можно просто зажать ее, и он сам себе копает. Так, все, давай пособираем. Пособираем. Тут, по-моему, у нас даже фонарик есть. Только не помню, на какую кнопку. Так, давайте посмотрим на буковку J-H-F. Ага, на буковку В, вот. Шикарно. Все, вроде все. Давай посмотрим, у нас должна быть с вами железная руда 26, да. А нам нужно вроде 20. Так что побежали к кузнецу. Сейчас сделаем себе доспехи. О, бонжур. Слышь, а может у меня ключик есть, чтобы открыть твой сундучок? Запертый или нет? Ага, ну тут мы были. Так, а давай посмотрим по поводу навыков. Что нам для этого нужно? Требуется уровень игрока 1, требуется красный камень. Ага, что это такое? Что-то мы с вами добыли на буковку F, да? Ого. Мы с локтя бьем, да? А давай еще раз попробуем.
сейчас восстановится. Или это одноразовое? А, она долго восстановится. Ну ладно. Так, телегу мы твою починим обязательно. Колесико мы тебе найдем. Так, побежали к кузнецу. Только давай заберем травочку. Муравочку. И я хочу понять, как тут добывать дерево. Если честно. Не могу никак понять, какое дерево можно рубить, какое нет. Ну вот, я нажимаю на семерочку. У меня в руках топор обычный. Пытаюсь рубить дерево. А оно вообще не хочет от слова забей. Так, я еще пока не знаю, что это мы собирали. Так, подходя к деревне, подле кольца вы видите, как травница Бориславна склонилась над человеком и дает ему какой-то отвар. Вы делаете глоток и теряете сознание. Спустя несколько часов вы просыпаетесь в доме травницы. Ты вот каким местом думал, прежде чем воду из колодца пить? Видел же, что другому плохо стало. Он-то ладно, не знал. А ты? А ты? Ну я-то ладно, а ты? А я вот удивился, что жители на это никак не отреагировали. Мол, заилился, ну и что, бывает. А я вот решил проверить. Ну и как? Проверил? Вот уж. Ни ила, ни мути какой. Да и запаха нет никакого. Поэтому-то я и сам испить решился. Вот, подивись. И вправду вода чиста, как и прежде. Да и запах обычный, все верно. А ну погоди. А ты... Быть такого не может. А ты как понял, что вода без запаха? Ты же в доме стоишь, а? Чего такого не может? А того. Вода-то отравы попорчена. Пока месть не сильно, конечно. Что-то вот ты орешь на меня, женщина. Почитай, все селение с этого колодца воду пользует. Да и я частенько захаживаю. Никому от этого выгоды никакой, вред один. Как это? Так и кто тогда? Так а мне откуда-то знать? Вода в колодце-то не стоячая. За день-другой ключи подземные все перегонит да очистит. Но кто-то ее отравил, тут уж я не сомневаюсь. Раз этот кто-то все-таки делает подобное, то изловить его надобно. А раз днем никто ничего не видел, то следует за колодцем ночью догляд устроить. Ага, и в голову поставить. Ну так устрой. Или девице по ночам поручишь колодцы караулить. Сам посмотрю. Не волнуйся. Шкура. Не надо мне твоя помощь. Дай сюда. Дай мне твой сундук. Так, забрать. Что у нас тут? Давай сюда. 5 штучек, да? Ага, я слышу на уличке собачки гавкают. Давайте, наверное, сейчас секундочку выключу микрофон и закрою окошко, чтобы нам не мешали. Сидел, просто видосики смотрел, хоть бы кто-то гавкнул. Начал записывать. То собаки, то еще кошечки, то зайчики. Так, что у тебя тут есть? Покажи товары. Так, сложно ли зелье варить? Оно. Сложно ли зелье варганить? Как думаешь, смогу? Про состав и как изготовить отвар я могу рецепты тебе продать. А вот сможешь или нет, тут не ведаю. Покажи товары. Так, рецепты. Цветы в горшочке, солома, малое зелье здоровья. Давай купим. Сколько у нас? У нас 1600, да? Монеточек. А ну, купить. Да, купить. Давайте, наверное, штучек 10 себе сделаем. На всякий пожарный. Что тебе продать? Давайте полынь продадим. Продать. Карта, ладно, ведро. Можно разобрать на материалы, можно разобрать на материалы. Ага, окей. Все, спасибо тебе. Побежали по домам, посмотрим, что тут есть. Еще вкусного. О, чесночок. Чесночок — это хорошо. А тут у нас с вами... Ниху.
и можешь написать, чем должно окончиться это предложение в комментариях. Так, деревня Торжок. Это все, конечно, хорошо, следить за тем, кто отравил колодец. Я не против, в принципе, но мне бы доспехи добыть бы. Чтобы мои враги отведали силушки богатырской. Было бы вообще шикарно. Так, Арчи, не забывай сохраниться, сохраниться, сохраниться. Котища. Ну да. Тут сильно, как говорится, не повеселишься. Так, мышек пока трогать не будем. Пусть себе бегает. Мне нужно найти, во-первых, куда мне идти. Угу, бонжур. Слушай, я у тебя в доме был? А, ну дай посмотреть. Да, был. Но могла бы что-то еще положить, бля. Это вы жадные. Так, баба Дуся. Здравствуй, мило. Здорово. Надо будет ее потом порадовать. Она попросила, что она говорит. Арчи, порадуешь меня потом. Так, дождавшись ночи, вы присаживаетесь недалеко от колодца и наблюдаете. По прошествии некоторого времени колодца подходит человек и что-то прячет внутри. Ага. Ага. А ну-ка покажи, что ты там прячешь. А ты? Ничего я не прячу. Так, попить захотелось. Ага, прям посреди ночи. А чего, кваса в сенях не осталось, али еще чего? Да тише ты! Чего горланишь, дубина стаиросовая? Сейчас жена услышит и... Незмеян, ты где опять среди ночи убег куда-то? Ну, я тебе устрою. Сказывают, бусурман недалече. Ну вот, накликал. А тебе-то самому чё не спалось-то? Все попортил мне. Заноса. Что попортил? Прячу карты от жены. Больно не любит она, когда я в них играю с сотоварищами. Карты ли? Что бы это ни было, ты покажи, покажи. Вдруг там что еще? А меня одурачить вздумал. Ага, показывай. Снимай штаны, давай, быстро. Они самые. Игра есть одна интересная. Безобидная вовсе. Для обывателя пустяк, в общем. А для ценителей дороже золота. Ну да, уже не суть. Час начнется. Слушай, а скажи зазной моей, что пил я тут? Ну, жажда меня замучила и все такое, а? Я в долгу не останусь. Ах, вот вы где, значит. Дожили. Опять с картами своими носитесь среди ночи, побросав супруг своих. Угу. Да вот жажда молодца замучила. Пол ведра выхлебал, сам видел, ага. Ага. Так уж и пол ведра. Оно же заилилось вроде бы. Прям... Ну, тут уж не злой. А я вообще воздухом подышать вышел. Это дело с деревом. Ну-ну. А ты, водохлёб, по что квасу в сенях не попил? Да водиться захотелось студеной. Да так, что и не вытерпел. Ну, ладно. Допивай, да возвращайся поскорее. Угу. Бойся не называть меня по имени. Где... О, ну, выручил. Рыбаки, а то на этот раз она бы точно мне плеш проела. Выловили. На вот, держи. Давай, что это? Это еще что? Это карта особая. У меня уже есть такая. Посему и толк мне от нее никакой. А тебе может и пригодится когда. Есть у нас некое тайное товарищество игроков. Ну, бродим по белому свету, да ищем вот такие штуки. Кто вот и когда выдумал игру сию, никому не ведомо. Но находили карты в совершенно невероятных местах. На юге и на севере, на востоке и на западе. В гробницах древних царей и в могилах бедняков. И чем полнее твоя колода, тем проще тебе взять в этой игре верх. Вот. И что это мне даст? Выиграю полцарства в придачу? Али еще что? Кто знает. Может и полцарства, а может и нет. Сам поиск карт уже само по себе игра и вызов. Ну, а мы просто придумали нехитрые правила, дабы мед лился веселее. А ты заходи в наш трактир, ежели что. Я тебе расскажу все, как мы с ними дело имеем.
с картами этими. Да, хорошо, без проблем. Ладно, подумаю. Ладно, давай, будь как дома, путник. Я ни в чем не откажу. Здорово, кузнец. Приветствую. Я по поводу железной руды. Вот, добыл железной руды. Обычно я продаю чертежи, но тебе могу один подарить. Выбирай, что по душе. Давай возьмем меч. Или одноручный боевой топор. Не, давай одноручный меч. Возьму меч. Изучи чертеж и подходи к плавильне. Закидывай руду, отливай железные слитки, а после сформируешь клинок на наковальне. Также, если полоски кожные потребуются, обратись к Скорняку, по брану нашему. Он разрешит тебе поработать в его мастерской. Чертеж на кольчугу стоит недешево, поэтому придется на него заработать. Походи, поспрашивай людей, кому помощь нужна. Благодарю. Так, а ну, обучи меня. Обучи меня. Так, плюс одна сила, единица обучения, 250 золотых. Во. Закрыть. Давай посмотрим. У нас, по идее, теперь сила, да? Должна быть богатырская силушка. Где наша сила? Ты что, обманул меня? Алло. Так, что нужно делать? Нам нужно подойти и изучить чертеж, да? Все, чертеж мы вроде изучили. Теперь подходим и смотрим железный меч. Во. Создать. Так, а есть у нас как раз 5 штучек этого. И слитки, слитки, слитки. А слитков я не вижу ни сколечко. Ладно. Печь. Древесный уголь. И... где-то железная руда. Правильно? Начать. Погоди, я что-то не так сделал. Ага, вот. Так, а мне сколько слитков надо было? 5, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Так, наковальня, а ну. 4 слитка, да? Хорошо. Требуется уголь. А где я тебе уголь достану? Приветствую. Погоди. Покажи товары. Чертеж, железная кольчуга. 1500. Так. 1500, а мне 1100. Железный боевой топор. Железная кольчуга. Блин, мы ж можем сейчас 500 монеточек насобирать? Ага, ага, ага. Древесный уголь. Ну давай купим. Точек 10 купить. Да, надо будет сейчас купить себе кольчугу. Ну. Давай. А чё, она не хочет работать? Взять все. А ну, вот так и вот так. Так, что по поводу слитков? Погоди. Слитки, слитки, слитки. Сколько они у нас? Они у нас вообще стоят всего? Почему она... почему она не хочет? Требуется уголь. Ну вот. А, 9 кусочков руды переплавляются... Я понял, 9 кусочков руды переплавляются. Слушай, можем мы тебе что-то продать? Стой, остановись. Здорово. Так, сыграем кучи, покажи товары, покажи товары. Давай мы тебе, может, что-то продадим. Чучело ящерицы. Давай продадим. 1500 мне надо. Так, железный поднос. 2 штуки продать. Кольцо огня и магии. Ля, а что это такое? Переменить мана. А куда его применить?
Алло, погодь. Так, 4. Так, ты шо? Не, оставим себе. Давай куда-то его на 8 отправим. Так, погодь, иди сюда. Приветствую. Давай продавать. На тебе лапки. Продать. Ага, вот эти штуки. 7 продать. Лечит отравление. Сколько возьмешь? По 20? Не, маловастенько. Пилу. 5. Грибочек 10. Вода. А что ты так дешево? А карту? Испорченное мясо. Продать. Забирай. Кружка пива. Ля, соточка. А, 1300. Хорошо. Мне нужно еще что-то продать. Кузнецкие клещи. Жестяная тарелка не надо. Продаем. Продаем. Чесночок. Почему возьмешь по 20? Хорошо. Лук по 10, цибуля по 15. Вот это вот мне нравится. Шкура зверя. А чё так дешево? По одной монетке. Ведро. Баклажаны берешь? Во, за 80, да? Хорошо. Воск оставим. Виноград тоже забирай. Не, я лучше занямаю. Серп по 5. Ключик. Перевязка. Не, перевязку на 4 оставим. Ладно. О! Хорошо, огурчики заходят, да? Все, 1600, нормально. Приветствую. Покажи мне товар. Дай мне кольчугу. 1500 купить. Все, шикарно. И теперь... Приветствую. Дай мне еще... Покажи товары, дай мне уголь. Я не знаю, сколько мне надо уголя, конечно. На 180, вот так, все. Побежали, поищем с вами железо. Мне нужно 9 железа для слитков. Но реально мне нужно всего много. Угу. Камень, камень. У нас 2 есть, нужно еще 2. То есть 18 получать. Ну ладно, 20. Так, что мы делаем? Мы сохранить. Далее, побежали. Блин, а можно тут как-то переночевать, чтобы мы делали это днем? Можно ли лечь на какую-то кроватку тут и подремать? Не, нельзя. А сюда? Ну, а как же быть как дома, путник? То не день, то приключение. Я ни в чем не откажу. А где у нас таверна тут была? По-моему, в таверне можно было раскинуть, как говорится, свои косточки. А, вот у нас таверна. Я просто не знаю, где находятся еще железные руды. Надо утром будет поискать. Так, бонжур. Приветствую. Отдохнуть до утра. Во. Шикарно. Выспались, да? Пошли теперь искать... Можем перепрыгнуть? Хоп. Не можем. Ладно. Пошли искать теперь железную руду. Сейчас давайте проверим. Может, она за ночь у нас заново появилась в тех местах, где мы ее добываем. Это будет неплохо. Говорится, будет неплохо. Ага, железной нет. Не появилось, да? Ага, 2 мы добыли. Нам этого маловастенько. Хорошо, давай тогда смотреть. Так, найти плотника. Плотника. Угу. О. Ну куда же ты? Что такое? Что случилось? Вот это шум. Случилось что? Да вот... Сбежали опять свинюшки-то, зараза. Может помочь? Если не в тягость, то не откажусь. Что-то
Как видишь, запыхался уже. В прошлый раз кое-как управился. А тут, ну, как видишь, коли выйдет у тебя загнать всех в стойло, то буду благодарен. А если и не получится сразу, то свинюшки мои свеклу, ой, как любят. Токмо меня ее нет, а то бы уже давно всех переловил. До скорого. Нет свеклы. А где мне свеклу искать? Привет, у тебя есть свекла? Добрый день. Добрый. Покажите мне свои товары. Доброго дня, путник. Мне нужна свекла. Походу нету, ладно. Так, давайте, наверное, по очереди все. За свеклой мы еще вернемся. Мне интересно, а вот эти штуки, что стоят, это типа можно здесь тренироваться и будет ловкость лучше? Или как? Какой-то навык мы будем с вами поднимать? Или не? Или не? Ладно, свекла, 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 это хорошо. Мне нужна железная руда. Здорово, кабашка. Слушай, ты не знаешь, где железная руда? Или ты свинка? Хорошо, давай лапки по 20 зю это дают за твои хвостики. Ладно, не забывай сейчас тут сохраняться. О, волк. Здорово, ребят. А можно я отойду немножко? Ля-ля-ля-ля-ля. Ты чего? Капец, чуть не откис, прикинь. Я понимаю, что безумно трудно быть первым. Рыбка. Рыбка, забрали. Сохранились. Не знаю, может тут как-то на F можно нажать сохраняться, но я пока не знаю. Так что будем так делать. Ты кто такой? Так, это грибочек. Ага, это кабанчик. Это все хорошо, конечно, эти все грибочки, жабки. Йоу. Ты кто? Где он листал в библиотеке? А ты кто вообще? Ах ты какой, понял. Спасибо, игра. Спасибо за такие грибочки. Хорошо, что мы сохранились, да? Ладно, а грибочки мы больше не собираем. Ага, и дерево мы тоже не можем собрать. Так, все, грибочек, я тебя не трогаю. И ты меня не трогай, пожалуйста. Давай надо понямать виноградика чуть-чуть. Или ты виноградник не хочешь? А, виноградик ты не хочешь кушать. Ладно, давай сырку поедим. Зелье пока тратить не будем. А что это у нас 4 минуты? А что у нас? У нас кровотечение. Да, понял. У нас кровотечение было, ребят. На пятерочку не хочешь ставить, да? Ладно. Мне нужна железная руда. Так, волк, отстань, пожалуйста, от меня. Я понимаю, заяц, волк, заяц, волк. Да, нам срочно нужен меч. Но для этого нам не нужно найти сейчас сначала железную руду. Мне кузнец говорил, что она находится где-то примерно... Так, вы видите груду камней, которые перекрывают русло реки, что ведет к деревне. На земле вы замечаете следы леших. Надо бы проверить, куда они ведут. Ага. Ага. Вон, да, наверное, там кто-то. Давай посмотрим.
Бонжур. А чем вы тут занимаетесь? Так, приближаясь к озеру, вы замечаете, как русалка нашептывает что-то лешему. Увидев вас, русалка быстро скрывается под воду, а леший поворачивается на вас камнем в руке. И на кой тебе этот камень, обращаясь вы к лешему? Леший молчит, вы понимаете, что ответа от него не дождаться. Спасибо, что так музыка громко орет. Ага. А может, мы его пока не будем трогать? Ну бежит себе и бежит. Пусть бежит. Правильно? Нам так тут проблем своих хватает. Мне нужна железная руда. Парниша, ты не видел железную руду? Походу не видел, да? Ладно. А что это за домик тут? Так, а волки могут зайти? Нет, не могут. Хорошо. А если мы тут встанем вот так? Во-во, ля-ля-ля-ля, как могу. Ах ты, падла! Не, этот топор, конечно, ужас. А дай мне хвостик свой. Не, я тебя не могу залутать или могу? Так, погоди. Так, леший. Так, ограничение раннего доступа. В смысле раннего доступа? А, то есть дальше тут ничего не будет? Хорошо, как мы с лешим будем бороться? Я ж могу сделать себе стрелы? Или так не могу? А у меня дерева нету, да, по-моему? Да, у меня дерева нету. А добыть я его не знаю, как, если честно. Ага. О! Что-то вроде, да? А ну давай, давай, давай. Да. Ля. А ну, теперь стрелы можем создать. Сколько у нас деревца? 4. Есть, могу. Угу. И сколько у нас стрел будет с вами? Где они у нас? Где они у нас? Ага, 5. Можем еще создать. О, можем еще создать. А давай попробуем взять с собой арбалет. И попробовать завалить лешего. По идее, он не сможет в дом войти. Если что, мы спрячемся в доме. Ага. Ёпт. Здорово. Давай, иди сюда. Да. А ёпт твою. Дом достали библиотеки. Так, подорожник. Очень полезно. Во, у нас же есть огненное кольцо. Ку-ку. Ёб твою, уходи, 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 уходи. На 9, на 9, на 9. Да на 9 нажми, падла. Раз. Хорошо. Не, ну ребят, если игра это позволяет делать, то почему бы и нет, правильно? А может, нам не надо было его трогать? И сколько у него хп вообще? Хватит ли мне стрел? О, ля, мы справились. Да ты шо? И шо? И кто? А ты? Так, ограничение раннего доступа. Раннего доступа самой игры или... Мне еще рановато туда отправляться. Здорово. Слышь, я лешего только что завалил. Думаешь, с тобой не справлюсь, падла? Я тебя сейчас нашинкую на мелкие кусочки. Просто если у нас находится пещера в этом раннем доступе, ну, так сказать, я не знаю, где она находится,
какой стороне, то я не смогу нафармить себе металла. А я не могу нафармить металла, значит... Уху. Так, значит, я не смогу себе сделать продвинутый меч. Ой, не-не-не, все, давай мы в следующий раз с тобой поговорим, давай. Так, вот камушки. Ну, камушки эти не разбить, да, я так понимаю. Ага. Ну все, достал нож, режь. Так, падла, отойди. Хорошо, есть. Так, яблоки. Вот сюда куда-то можно пройти еще, да? Ограничение раннего доступа. Кто понимает, что здесь происходит, напишите мне в комментариях. Что от меня хотят? Все, отстань. Так, главное грибочки сейчас не трогать. Эти маленькие можно, большие лучше, я так понимаю, не трогать. Так, это кабанчик. Это кто тут у нас? Неплохо. Яичко даже есть. Бонжир. От кого прячешься? Не твое дело. Понял. Ухожу. Нормально же общались, что ты начинаешь. Ладно, побежали к реке. Посмотрим. Вон, да, по-моему, есть. А ну, иди сюда. Так, крыски, вы ж меня трогать не будете, и грибочек? Я просто пофармлю. Мне буквально надо там 20 штучек и все. Так, дай сюда. И надеюсь, мы сможем с вами сделать себе свой первый меч. Ёб твою, испугал меня. Я ж выпил зелье. Да и хватит пить, алё, придурок. Я из-за тебя потратил 2 зелья, кто мне их вернет, а? Уровень повышен, да? Падла, реально. Потратил за него 2 зелья. Так, дай мне, пожалуйста, много осколков. Сколько у нас с вами есть? Сколько у нас с вами есть? 27. Все, по идее, должно хватить. Ну, по идее. А там посмотрим. Ой, комарик. Нет. Уходи. Комарик, уходи. Я пока не готов. Все. Уходи. Дверь закрой. А дай выпить. Все. Ля ты крыса. Ага, вот еще есть. Блин, надо пойти будет зелье накупить. Ну вот зелье накупить у нашей знакомой. Потому что такими темпами реально. Хотя, может, если мы кольчугу с вами сделаем, может, полегче будет. Во, еще слитки есть. Надо будет сейчас нормально нафармить себе. И еще кусочек. Нам нужно больше слитков.
Так, где еще есть, признавайтесь, кто запрятал? Ладно, побежали. Бабуля, у тебя нету случайно? Здравствуй, милок. Здравствуй, милок. Здравствуй, бабушка. Смотрю, прилавок-то пустой уже. Есть товар какой на продажу? А нету тебе товара пока, месть. С внучком вот повздорили, а тот и убег куда-то. Тут огород некому засадить, не то что торговать. Я-то уже старая, совсем одна не управляюсь. Может, я помогу чем? Что сделать надо? Вот что тебя вечно куда-то тянет помочь всем? Если не в тягость, то попервой надо семян огурцовых купить на торгу и засадить грядки, что за домом мои. Вот, это тебе на семена деньга. Да, давай. 200 монеточек, хорошо. Может, поискать-то внука твоего? Поговорить с ним? Где он может быть? Тишка-то. А кто ж его знает? Сам придет. Понял. Ох, и молодец. Слышь, подруга, стой. Стой, стой. Понятно. Так, мне нужны семена огурцов, да? Это мы все сделаем. Давайте сначала закончим с кузницей. Слышь, ты не Тишка, не? Это не Тишка. Где наша кузница? А потом будем семена садить. Либо сажать. Как кому будет удобнее. Так, бонжур. Покажи мне... День добрый. Покажи мне свои товары. Доброго дня, путник. Так, береста, семена, огурца. Правильно я понимаю? А сколько мне надо? На 200. На 200 монеток. Все. Купить. Товары на любой вкус. Хорошо. А где наш кузнец? Я уже не помню. Where are you, man? А где? Мы, по-моему, как-то сюда, да, бежали к кузнецу, и где-то здесь должен быть. Ага, вот он. Вот он на месте. Так, теперь нам нужна железная руда и нужен уголь. Начинаем. Только не знаю, зачем нам камушек. Давайте сейчас закончим сначала с одним. Потом уже будем делать совсем другое. Погоди, а я же вроде чертеж покупал у тебя кольчуги. Вот, и что мне для этого надо? Железная кольчуга. Ага, 35 и 10. Окей. Так, все, 4 есть, да? Рыбку дай сюда. Да ёп моё. Все, теперь идем сюда и... Не, не сюда. И куем себе свой первый меч. А топорчик этот, я так понимаю, можно продать, да? Все, забрать, взять. Так, дай-ка мне отведать силушки богатырской. А что мне с ним делать? Куда? Так, извиняюсь, куда мне его? Ну смотри, топор я могу, да? Для начала сойдет. А это почему? Требуется силы 2. А я могу тебя силу прокачать? Приветствую. Обучи меня. Обучи меня. Обучи меня. Силушку. Не хватает золота. Закрыть. Сколько у нас зёй? Это 4. Что я тебе могу продать? Приветствую. Так, сыграем в кощуны. Не, погоди. Приветствую. Покажи мне товары. Давай смотреть. Если я топор тебе продам. За сколько? За 112 забирай мясо, забирай огурец.
Забирай. Камушек возьмешь. 0 за камень. А картоську по 15, да? Хорошо. Грибочки. Угу. Ну ладно. Так, яичко 1. Медовуха 25. Надо придется продать, ребят. Деревянный брусок. Ладно, морковка. Мне, по-моему, огуречек, да, надо было посадить. Огурку, лук. Все, должно хватить. Приветствую. Обучи меня. Обучи меня. Давай. Ты хочешь меня обучать? Обучай меня полностью. Силушка 2. Могу взять теперь меч? Могу. Фу ты. Да ты шо? Надо пробовать. Шо тебе по характеристикам? Урон в ближнем даю 25. Давай сохранимся. Все, сохранились. И сбегаем к комарикам. На воздушных шариках. Они же где-то тут должны были быть, да? Проверим как раз на комарах, как оно будет работать. Камушек, дай сюда. Комарики, выйди. Да, и потом сходим, посадим огурчики, бабусечки. Надо помогать. Ага, тут ничего нету, ладно. Не сильно больно уж и хотелось. Вот и комарик, давай проверим комарика. Ага. Я понял, без кольчуги нам тут, в принципе, нету что делать, да? Без кольчуги, без магии нам тут вообще нету что делать. Ладно, побежали к реке. Рыбка. Крыться хочется, конечно, и рыбку съесть, и краба поймать, но... Ну ладно. Так. Давай там посмотрим, что у нас есть. Блин, надо реально кольчугу делать. А мне для кольчуги нужно... Ага, здорово. Как ты, братюня? А я сейчас откисну, да? Надо выпить зельюшку. А что я хотел? Я что-то об... о чем-то я говорил. По поводу чего, я уже не помню, мне этот отросточек отвлек. Да, надо будет повыполнять задание, посмотреть. Здорово. Ну хотя бы на вас могу этим мечом я нормально себя. Или мне надо просто силушку прокачивать. Богатырскую. Так, мы что-то еще взяли. Хорошо. Блин, ну на 10 мне этих... слитков, это мне надо 100 руды железной. Где мне ее искать только, чтобы сделать себе кольчугу. И плюс нужно будет этого, как его, у кузнеца, силу себе прокачивать. И плюс найти еще человека, чтобы там ловкость прокачивать и все остальное, да? У нас получается сила 2. Ловкость, стойкость, мудрость, удача, стойкость. У нас есть одно максимальное здоровье, броню. Угу. Давай, наверное, еще пробежимся. Что у нас по поводу железной руды? 17. Маловато будет. Маловато, надо 100. Где мне 100 искать, я не знаю. Так, пошли сажать огурчики.
бабусик, бабусечки, она же не зря нам, да, 200 монеток давала. И надеюсь, она штуки полторы нам отсыпет, чтобы мы могли прокачать еще силу себе. Я так и понимаю, чем больше силы, тем сильнее у нас будут удары, по идее. Видели? Как я их толкнул. Так, хвостики по 20. Хвостики по 20. Где же моя молодость? Слышь, бабуль, а как мне посадить огурчики? Здравствуй, здравствуй, милок. Куда мне тут сажать тебе? Так, за свиньи в загон, это понятно. Попытайтесь найти рыбака. Векшу на озере найти плотника, погрести ханам, вернуть русло реки, вернуться к мельнику, получить ножницы, следовать избу в зубной части леса, загнать всех. Так, журнал, задание, задачи, огород, вот огород. Бабушка попросила взять огород, огурцов, семена, семена нужно поискать у торговцев. Так, купить огурцов семена, посадить 4 саженца. Где? Кто? Ты за меня, да? О, я сейчас приду, бабусь. Пошалим. Где наши огурчики? Мы же их покупали. Семена огурцов. Where are you? Ну вот, семена огурцов. А куда сажать нужно, бабуль? Или мне в руки нужно их взять? Так, нажимаю на четверочку. И не... О! Раз, два, три, четыре. Ну, давай еще посадим. Все, выполнили. Бабуль. Здравствуй, милок. Здравствуй. Дело сделано. Принимай работу. Недурно. Только полить бы еще. Олейка последняя-то попортилась, вот новую надо бы у Владуни справить. Подсобишь? Да что уж тут, подсоблю. Только скажи ему, что от Милевы пришел. Платы за работу не возьмет. Чего? Кому? Кто? Куда? Задача, огород. Добыть лейку у Владуни. Кто такой Владуня? Ты Владуня? Дождь, что ли, намечается? Серьезно? Эх, где же моя молодость? То есть, это для тебя не дождь, да? Ой, Владуня. Давайте искать Владуню. Ты Владуня? Мельник Ярослав. Ты кто? Ехал грека, понял. Слышь, стой, Владуня, погоди, ты же Владуня. Забава. Та, ты шо, я б с тобой позабавился. Баба Дуся. Ага, не то. Так, Несмеян. Еще один, да, Несмеян? О, Владуня. Так, мне бы колесо на тележку. Мне бы колесо на телегу ручную исправить. Вот как у Неждана тележка, если знаешь его. А что не знаю? Знаю, конечно же. Постоянно с ним что-то случается. Молвил я ему, сходи ты уже к волхвам. Ну, может, порча какая, он все отнекивается. А колеса уже готовы, у меня есть. А с тебя за материал да за работу спрошу. А если принесешь древесины, то только за работу. Не, на. Вот все необходимое. Добротное дерево, собирай колесо. Так, походи, Владуся, мне нужно... День добрый. Покажи товары, что лейку, да, вот. Во, слушай, жилье хочу свое построить, подсобишь? Мудростью чего начать? Милева сказывала, что лейку добротную ты сделать сможешь, а то у нее последняя прохудилась. Могу, а чё ж не смочь-то? Для лейки хорошая яблонька понадобится. А последний заготовку сейчас на твою спущу. А ты пока древесину-то для новых сообрази, ага. А за работу ничего не возьму, коли от знакомой моей пришел. Заметано. Только где взять древесину-то?
Да ясное дело где. Поброди по окрестностям нежилым, да поищи ничейную яблоню. Заодно подкрепишь с плодами спелыми. Топорик в дорогу не забудь. Да, но не боевой только, обычный возьми, а то попортишь лезвие. Яблоньку мы с вами видели. Вот тут где-то, ребятушки. Но опять же, сохранить. Мы тут видели где-то с вами яблоньку, помните? Где-то мы тут видели с вами яблоньку. Либо здесь, либо там, где мы болотного разобрали. Давайте сбегаем, посмотрим. Как раз зайдем потом колесико, починим телегу, выполним задание. Здорово, малой. Ага, вот яблонька. Да. Сейчас как раз яблочек отведаем молодильных. Все, хорошо. Побежали с вами. Сейчас починим телегу. А потом зайдем, занесем лейку. Потому что мне по заданию там что-то нужно было куда-то вернуться. И нужно будет потом посмотреть, может, реально мы дом себе сможем построить. Только где его строить? Я предлагаю на берегу. На берегу озера, да, можно построить? Вот там где-то, если получится. Просто если эта игра в раннем доступе... И дальше я не смогу пройти из-за раннего доступа, то это будет как-то... Тупо, это во-первых. А во-вторых, может, мне не все задания выполнил еще. У меня же есть колесо, правильно? Или мне нужно... Погоди. Да-да-да, я же вижу, как ты прям весь занят. Посреди дождя сидишь. Так, здорово. Здрав будь. Принес колесо. Принес колесо навехонькое. Лучше прежнего. Действительно, добротное. Ну, служил. Благодарю. Это тебе за труды. Бывай. Бывай. А ну. Обучи меня. Обучи меня. Ты хочешь меня обучать? Ловкости 250. Давай. Мы хорошие. Давай еще. Вот так. Обучи меня. Ой, так, что у нас 400 монеток осталось? Возьмешь? Возьмешь. А это возьмешь? И это возьмешь. Обучи меня. Масло против магических созданий. Так. Сейчас бы квас студеного. Согласен. Слышь, а забери, пожалуйста, у меня вот эти вот ножки. Они мне не нужны. И рыбку возьмешь? А почему возьмешь? А, может, я рыбку просто приготовлю на костре? Рыбка с картофелем, да? А у меня вроде картошки нет. Ну и ладушки. Так, побежали. Тут задание мы выполнили. Теперь у нас есть с вами ловкость, а ты меня чему можешь обучить? Странник. С чем пожаловал? Так, по поводу рыбака, вот хвостики. Держи награду. Спасибо. По поводу насекомых. По поводу насекомых. Да. Откуда берутся эти насекомые? Откуда берутся эти насекомые? Сложно сказать. Ну вот точно известно, что летят откуда-то с соседского островка над водой. Возможно, Харитон из рыбацкой деревни на западе острова тебе подсказать сможет. Может, он чего и видал. Понял. А ты, походу, не видал. Ладно. Так, давай вернемся мы, во-первых... Это что такое? Дай сюда. Вернемся, отдадим яблоню. Так, мне нужна выносливость. А кто меня выносливости научит, а?
что меня будет обучать? Стой. День добрый. Добрый день. Так, покажи. Хватит столько? Хватит столько. Хватит или не хватит? На что-то? Да хватит. Что вот, забирай лейку. Спасибо. Заслужит Милеви долгую службу. Точно тебе говорю. Спасибочка. Покажи товары, слушай. А, по поводу жилья. Жилье хочу свое построить. Подсобишь мудростью? С чего начать? Да все просто. Могу тебе на бересте начеркать как да что. На что внимание обратить, а что делать не следует. А там проставишься, оплатишь за труды. Остальное дело за малым. Силушка у тебя, смотри, имеется. Думаю, силушка богатырская у нас. Главное, древесины достаточно, найди добротной. Но любая, конечно, не подойдет. Ели у нас высокие, тяжелые в большинстве своем. Так что нужно искать потоньше. Если встретишь толщиной примерно 4 пяди, то срубай. Березы для такого не используют. Ее древесина быстро трухлявит. Дожди у нас нередки. Так вот, как нужное количество наберешь, бери чертеж и возводи фундамент до стены. Коль чего обработать надо, можешь ими станками воспользоваться. А ежели убранства еще какие нужны, ну там рамки оконные, столы, стулья, али еще что, так тоже ко мне обращайся при надобности. Договоримся. Окей, покажи товары. Дверь, средние... Садовый участок, удочка, древесина, подходи, строительный чертеж. Так, используй для постройки избы. Стройка доступна везде, кроме сюжетных мест. Купить. Полка, дверь, окна. Хорошо, давай, наверное... Мне нужно, знаете, что у меня ловкость... Мне нужно стойкость прокачивать, а я не знаю, у кого стойкость прокачать. Ну, то есть, кто из них занимается. Кузнец занимается силой. Тот, который мы колесо дали, занимается этим, как его, ловкостью, да? А стойкостью кто? Здравствуй, милок. Привет. А, мне палить надо, да? Мне леечкой палить надо. То, что дождь идет, то... То ничего, да? То тебя не смущает. Погоди, а где лейка? Вот лейка. Эх, где же моя молодость? Все. Полил? Полил. Ну да, дождя ж мало. Слышь, бабусь, все, закончил. Здравствуй, милый. Привет. Ну вот, все полито. Теперь можно и не беспокоиться. Добротную лейку в ладони смастерил. Долго прослужит. И вправду лучше. Ох, благодарю тебя, добрый молодец. Выручил. Так что там с товаром? Посмотреть бы. Вдруг что-то и мне надобно. Вот теперь и товаром заняться можно. Торгую я плодами, что на земле рощу. Да ягодами всякими. Понял, понял. Покажи товар мне... Свекла нужна. Так, я не знаю сколько. Ну, давай штучек 10 возьмем. По идее, там должно, да, нам хватить? Для наших свинок. Ага. 1026 у нас монеток есть. Хорошо. Что мы делаем? Правильно, мы с вами сохраняемся. Делаем вот так и бежим к свинкам. Сейчас мы добежим до свинок. И, наверное, на этом мы серию закончим. Следующее мы с вами вернуться к Бориславе. Занять свиней. В следующей серии будем загонять свинок. И потом повыполняем с вами задание. И нужно будет потом посмотреть, где мы сможем с вами дом построить. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайки, подписка, комментарий. Помогает продвижению этого видоса и для канала, действительно, для канала это очень-очень хорошо. Так что вам не трудно, мне будет приятно. Все, всем до следующей серии.